первых минут очень порадовала организация слета. Также понравились очень лекторы, люди уверенные в себе, хорошо поставлена у них речь, очень хорошо выступают на сцене, умеют работать с публикой, очень интересно их слушать. Тоже из их лекций, мастер-классов извлек для себя какие-то моменты для дальнейшей работы и для применения вот их какого-то опыта профессионального, жизненного, именно в своем направлении, в своей плоскости работы преподавателя в музыкальной школе. На слет молодых специалистов культуры я приехал уже во второй раз. Ожидания свои, ну, как минимум, новые знакомства, получение опыта какого-то, больше, наверное, жизненного опыта, потому что каждый, с кем здесь знакомишься, рассказывает свою историю, она уникальна для каждого из участников. Начало просто фееричное, заряд бодрости такой, позитива, это замечательно. Ожидание у меня поделиться опытом, перенять чей-то опыт, пообщаться с людьми, которые так же, как и я, приехали с такими же целями, намерениями, обсудить, какие проблемы есть и как-то коллективно их решить, то есть прийти к какой-то взаимопомощи. Мои ожидания превзойдены, а так, если можно сказать. Мне понравилась атмосфера, которая царит на слете. То есть приехали профессионалы, и мы 2 дня общаемся, и, честно говоря, меня пригласили спикером, наставником. А я сам с удовольствием у этих людей учусь, потому что опыт огромный, практика замечательная. И то, что люди демонстрируют на своих территориях в сфере культуры, достойно аплодисментов, достойно масштабирования, достойно того, чтобы об этих проектах и об этих инструментах для вовлечения людей в сферу культуры узнал как можно большее количество людей на федеральном уровне.